Вы знаете, что у Савы Фичи было прозвище «Бизон». Человек огромной пробивной силы. Предприниматель от Бога. Друг Станиславского и Горького. Он закончил свои дни в эмиграции. Самоубийство. Официальная, но не единственная версия. Фотографии тела нет. Официального заключения о вскрытии тела нет. Таинственный двойник и секретное завещание великого мецената в документальном фильме «Убийство в Каннах». Савва Морозов. Премьера. Сегодня. На канале «Россия».